В научном центре мирового уровня исследуют влияние эффектов смачивания на эффективность добычи углеводородов. Все подробности в следующем сюжете. Доцент кафедры математических методов в геологии Тимур Закиров рассказал, что краевые эффекты смачивания оказывают прямое воздействие на коэффициент извлечения углеводородов. Несмотря на то, что этим исследованием занимаются во многих лабораториях мира, им удалось выявить ключевые аспекты, которые определяют новизну исследования. В чем они заключаются? Во-первых, мы исследуем динамические режимы течения, то есть такие режимы течения, которые зависят от поверхностного натяжения, вязкости флюидов, скорости нагнетания или перепада давления между скважинами. Основная прикладная применимость данных исследований заключается в том, что по их результатам ученые могут подобрать наиболее эффективный режим разработки нефтяного или газового месторождения, а также обосновать тот или иной метод применения увеличения нефтеотдачи. Вдобавок к этому мы исследуем влияние анизотропности и неоднородности порового пространства в сочетании с краевыми эффектами смачивания на коэффициент извлечения углеводородов. Данное направление актуально прежде всего в прикладной нефтегазовой промышленности. Елизавета Никитина, Булат Садыков, Универньюз.